просто всей Украины, всего этого зала, потому что она действительно самая женственная, самая эмоциональная, самая яркая гимнастка этих соревнований. И вчера она получила бронзовую медаль в упражнении с булавами. Знаете, я даже не знаю, что сказать. По-моему, мы все видели. Я не знаю, что сегодня за день. По-моему, девочки все настолько устали, что им нужно было выходной делать, чтобы они чуть передохнули. Потому что ошибка была ни на чем. Раз, и немножко не среагировала. Два. И, к сожалению, у нее был шанс бороться за пьедестал. Потому что ошибка была уже у Мамун. Но, к сожалению, не сегодня, сегодня не ее день, или что-то произошло до ковра, мы этого тоже не знаем. Но